Ассаламу алейкум, уважаемые любители футбола. Любительская футбольная лига Дагестана. Для того, чтобы эта встреча началась, и мы ждем стартового свистка арбитра. А вот и сенсационно. К примеру, АЗС Нур победил в прошлом туре команду Алиф. Это ли не сенсация, друзья мои? А тут удар по воротам, приходится вмешиваться голкиперу. Естественно, защитникам Дидо. Удар по воротам, и это первый опасный момент. Седьмой номер. Исаев Мавлид Магомед. Хорошо, Шамиль Магомедов в отборе. Разгоняет атаку справа. Аббасов и сам решается пробить Магомедов, но выше ворот. Вбрасывать вновь мощно в штрафную, но там защитники. Защитники АЗС сильнее, выше, быстрее. Удар. Надо забивать. И забивает он. Алим Аббасов 1-0. Счет в матче. Аз бежит отыгрываться. Но не получилось. Быстро так и заброс. Ох, Шамиль, куда смотришь, друг мой? 1-1 будет сейчас. 1-1 это Мусаев Магомед. Сразу же практически АЗС отыгрывается. Смотрим угловой. И еще несколько слов о сетке, о ее плюсах, минусах. Подача. Хорошо, как удар. Плотно головой. С мячом Шамиль Магомедов, смещение в центр, классный финт Зидана, удар по воротам, ну где нападающий, где нападающий, и начался второй тайм, матч между командами АЗС Нур и Дидо. Дидо, друзья мои, 1-1 счет на табло, и в принципе, то что на табло, то и на поле, но с небольшим преимуществом дидойцев, наверное, ну... Я за ясно тоже отвечал колкими. Очень! Йо-йо-йой! Это что за голище сейчас залетает? Магомедов Магомед Гасанович. Второй номер АЗС Нур. 2-1. Рисую на табло цифру. Дальше Алим Аббасов. Правый фланг Дидо в атаке. Излюбленное смещение. Ох, друзья, какой удар! И что? Не было гола. Нет, и просят... Но, по-моему, все-таки в поле вылетел мяч там. Но, тем не менее, удар получился классным. Аббасова удар тут! И сейв голкипера. 35-й Акинфеевский. Ну, попадает Шамиль Магомедов. А вот в пользу красно-черных. Брос классно входит в штрафную. Удар! И 2-2! Счет сравнивает Дидо. И это 15-й номер. Мирзаев Ахмед Гаджи забивает. И Сапилаев Саид будет его... подавать. И бежит туда Амаров. И проводит, друзья, какой момент. Куда смотрят защитники? И очередной раз. Ну, как не сказать о том, что как хорошо, что есть на этом свете. И Сумалаев. Гол забивает. И дойцы 3-2. И сальто. Кульбит. Чили Евгения Плющенко там исполняет. Алим Аббасов. И, конечно же, он... Вперед. Ну, конечно, туда, на Мусаева. В борьбу. Он-то уже цепится. Ух, какой удар. За это Магомед, голкипер Басов, Алим. Дальше есть варианты продолжения. Как справа, так слева. Газалиев, нужно решать эпизод. Это, по-моему, победа, друзья мои. 4-2. И как они радуются этой победе. Как они ей радуются. Всего себя отдает. О, но тут привозит, надо решать. Ох, штанга и... Пересекает мяч ворота или нет? Нет. А вот и все. Вот и... финальный свисток Сархана Михманова и победа дидойцев со счетом 4-2. Благодарим обе команды за очень...